Другим темам. В Сирии правительственные войска вернули под свой контроль дорогу жизни, так называют шоссе, ведущее из Хамы и соседних городов на север страны. Именно по этой трассе снабжается всем необходимым северная столица, город Алеппо. На прошлой неделе дорогу блокировали боевики запрещенных в России группировок ИГИЛ и Джабхат-ан-Нусра. Сообщается, что сирийские военные выбили террористов с огневых позиций, зачистили территорию вдоль шоссе на 15 километров вглубь, и уже сегодня по стратегической магистрали планируют снова открыть движение. Успехи в наземные операции стали возможны благодаря поддержке российской авиагруппировки. Наши самолеты продолжают точными ударами разрушать инфраструктуру ИГИЛ. Крупный командный пункт уничтожен в провинции Латаки. Об этом сообщили в Минобороны. В районе населенного пункта Сальма, провинция Латаки, уничтожен расположенный на вершине одной из тактически важных высот командный пункт с узлом связи крупного бандформирования группировки Джабхат-ан-Нусра. С данного командного пункта осуществлялось управление действиями боевиков. Причем мощность передатчиков узла связи, находящихся на данной тактической высоте, позволяла подавлять радиосвязь подразделений сирийских вооруженных сил. Бомбовым ударом замаскированный в горно-лесистой местности командный пункт боевиков со всем содержимым полностью уничтожен. Всего с начала недели российские летчики совершили более 130 боевых вылетов. В числе пораженных целей – склады с боеприпасами, оружием, подземные бункеры, а также позиции зенитной артиллерии террористов.